Жостова. Посмотрите на экран. Ой. Это знаменитые жостовские подносы. Да, вот это красота. Посмотрите, как наше российское творчество вообще завоевало весь мир. Эти подносы известны уже на протяжении 200 лет почти, да? В 25-м году будет 200 лет. Да. Но мы с Людой, кстати, удивились, когда искали информацию по этим подносам и вообще по этой росписи. Оказывается, это все происходит у нас в Подмосковье. Да, в несколько километров, да. Жостово. Мытищинский район. Мы, кстати, им передаем привет. Если вы вдруг живете в Мытищах, то тогда это точно ваш вариант. Это яркое, красивое постельное белье Жостова. А какие размеры у нас? Полутораспальное, двухспальное и евроразмер. Комплект постельного белья – это просто загляденье. Я вам больше скажу. Не только женщины остались в восторге, но и мужчины звонят на этот комплект. Мужчины звонят. Посмотрите, какие цвета. Кстати, у нас наш постоянный телезритель, он заказал такой комплект постельного белья своей жене в подарок. На жемчужную свадьбу. Отлично, смотрите, я хочу показать, что у нас ровные швы, что у нас здесь запах очень хороший конверта, то есть не выскочит подушка по ГОСТу, ширина очень хорошая. И давайте посмотрим, что наш комплект выполнен из 100% внимания хлопка. Но как это проверить? Вот это и меня интересует. Хлопок — это всегда качество, это все равно приятно, это всегда мягкая поверхность. Надюш, у меня вопрос к тебе. Скажи мне, пожалуйста, ты сказала, что это 100% хлопок. 100% хлопок, но я понимаю, что это бязь. Но раньше бязь была, она очень жесткая была. А сейчас какая-то мягкая бязь, новая? Нам новая бязь, евробязь стандарта. Поэтому ты можешь не беспокоиться о том, что она будет мягче, чем наша бязь, к которой мы привыкли и сталкиваемся очень часто в общественных учреждениях. Это детские сады, это больницы. Очень часто там используют жесткую бязь. Но у нас совершенно другая сейчас история. Давайте мы покажем вам то, что у нас есть горячая вода сейчас в студии. Я хочу показать вам, что наша постель, комплект постельного белья даже, вы видите, вот какое качество краски, при том, что это очень темный окрас, не линяет. Вы видите это сейчас? Посмотрите на воду. Это поразительно. Кипяток. Девочки, вот кто знает, как стирать? Конечно, я не рекомендую стирать вам при 90 градусах данный комплект постельного белья, но 60 градусов он выдержит свободно. Вы видите, что вода абсолютно прозрачная. Послушай, Надежда, вязь можно стирать в таком кипятке, 60 градусов даже, это много. Мне кажется, никто не стирает, но только детское белье, да, можно стирать там. Смотри, прозрачная вода. Абсолютно, а ты такой черный прямо стороной, самыми темными красками Надюша вот стирает и ничего никуда не исчезает. Угу. А это значит, что наш комплект будет ярким и красивым долгое время, прослужит вам с верой и правдой яркими красками очень долго. Ну, что я могу сказать? Лично я, как хозяйка, вот если честно, удивлена, очень приятно, что такой темный цвет, черный практически, не линяет абсолютно. Сейчас мы вам показывали это. Сейчас мы стирали в кипятке, вся ткань осталась прокрашенная. И я, как хозяйка, даю этому комплекту постельного белья 5 с плюсом. Да, мы только что доказали, если вы смущались темной раскраски, что даже выдерживает кипяток этот прокрашенный материал. Ну, а то, что это мягкая бязь, уже 100% хлопок, кстати, я тоже готова вам продемонстрировать. Смотрите, какая красота. Вау. Посмотри, как будто платок, да? Помнишь, платок. Вот у нас есть наши русские красивые платки. Ну и, конечно же, жостовские подносы, на основе которых и было сделано это постельное белье Жостова. Красивое и яркое, и ничего не происходит с вашими красками. Надюша, расскажи, пожалуйста, что у нас за бязь? У нас бязь выполнена с обычным классическим методом. Бязь все наверняка знают, но я хочу сказать, что это бязь евростандарта, она мягкая, и поэтому она будет очень приятно удивлять пользователей, наших телезрительниц. Я рекомендую бязь, потому что в составе 100% хлопок, поэтому вы можете смело, как вы уже видели сейчас эксперимент с краской, вы можете смело покупать эту темную раскраску, вы видите, что она не линяет. А вы любите бязь?
Я думаю, что многие наши хозяйки любят бязь. У меня, например, мама обожает бязь. Ну, тогда эта бязь специально для вас. Она не только имеет те же свойства, что и наша бязь, которая 10 лет назад, но и мягкая теперь. Ну, а такой дизайн постельного белья, я думаю, вы в своем городе точно не найдете. Ой, однозначно. Зачем искать, когда есть такой на телеканале Shop & Show? Кстати, я придумала сейчас для вас эксперимент. У нас есть, посмотрите, утюг, который абсолютно нагрет до 100%. С парообразованием опять куда-то подевался пар. Вот сейчас видно, наверное. Вот так. Вот, вот он. Так. Итак, мы сейчас раскаленный утюг поставим на нашу поверхность из бязи и хлопка. И проверим тем самым, хлопок это или все-таки есть синтетика. Смотрите, друзья, если синтетика есть, то наш утюг, да, вот он шипит, то он пришкварится. Но вы видите, что я могу так его оставить. И посмотрите, еще раз, вот сейчас идет только пар, но нет никакого эффекта прилипания. Абсолютно удобно гладить, да и гладить много вам не понадобится. Горячий утюг, раскаленный утюг. Постельное белье жесткого, полутораспальное, двухспальное и евро. А в комплекте мы, кстати, забыли упомянуть, что комплект-то у нас полнейший. Две наволочки 70 на 70. Пододеяльник и простыня. Надюш, как часто вот мы видим простыню сейчас в комплектах, да? Как часто мы? Очень редко бывает простыня в комплектах. Комплекты бывают, что приходится отдельно докупать. А здесь все уже есть. И, кстати, абсолютно такой же дизайн на простыне. То есть производители не пожалели ни дизайнов, ни красок, ничего не пожалели, потому что абсолютно идентичный рисунок и на пододеяльнике, и на простыне.